Условный срок получила Марина, высосавшая деньги у инвалидов в Петропавловске. Злоумышленница познакомилась с потерпевшим 3 года назад в баре и взяла у него номер телефона. В этот момент парень не попался на удочку аферистки, которая впоследствии вытянет у него много сбережений. Спустя непродолжительное время позвонила ему и сказала, что находится в отношениях с другим. Не может с ним встречаться, но предложила познакомить с подругой по имени Марина, проживающей в Петропавловске-Камчатском. Злоумышленница создала в мессенджере аккаунт вымышленной приятельницы и на протяжении 2 лет от ее имени общалась с молодым человеком, обещая встретиться и под различными предлогами выманивая у него деньги. Марине все время не хватало на еду, лекарства матери и поездки на такси. Всего влюбленный молодой человек совершил 265 банковских операций и потратил на девушку почти 600 тысяч рублей. Во время следствия в суде фигурантка не признала вину, однако ей не удалось уйти от наказания. Марина получила 3 года условий. Иск потерпевшего о компенсации ущерба удовлетворен. Приговор не вступил в законную силу.